элементный комплект фирмы Euromax, номер модели 2058. Комплект состоит из жакета и брюк. Жакет полуприлегающего силуэта. Он с V-образным вырезом горловины и с отложными лацканами. Лацкан декорирован отделочной тканью, и левый лацкан еще декорирован тесьмой. Также застегивается жакет по планке на петли пуговицы. Полочка жакета с рельефами. Также в жакете есть два функциональных кармана с клапаном, и они декорированы тесьмой. Жакет на подкладке, ткань жакета не тянется. Рукав точно укороченный 3/4. По спинке средний шов и талевые выточки. И средний шов декорирован вставкой из отделочной ткани. В боковых швах жакета также небольшие разрезы. И боковые швы декорированы вставкой из отделочной ткани. Брюки классического кроя слегка зауженные к низу. Также по боковому шву брюк снизу небольшие разрезы. Брюки без подкладки, ткань брюк не тянется. И боковые швы брюк декорированы лампасом. Также брюки на приточном поясе, в боковых швах функциональные карманы, брюки без подкладки. И застегиваются на пуговицу и молнию. Если вам понравилась данная модель, вы можете заказать ее на нашем сайте nashamoda.by.